Уважаемые сотрудники военного комиссариата, поздравляем вас с этим важным для всей страны праздником. Вы – начало нашей доблестной армии. Именно с вас начинается набор и укомплектование вооруженных сил. Пусть порядочность, профессионализм, мудрость, присущие вам, как и прежде, помогают в решении различных задач, которые неизменно ставит перед нами жизнь. От всей души мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного настроения. Как было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. Горниле победы сегодня как сталь, опять закаляется Родины сталь. В преддверии столетнего юбилея со дня создания в России военных комиссариатов поздравляю всех сотрудников с праздником. Вы ведете огромную патриотическую и профориентационную работу, воспитываете нашу молодежь, помогаете обрести профессию и специальность, которая пригодится не только во время военной службы, но и в гражданской жизни.